Вот, друзья, сегодня утром обнаружил у себя в почтовом ящике такое вот послание. У кого какие мысли на этот счет? Вот мне кажется, что это либо ее муж, либо его жена. Но больше, мне кажется, по почерку похоже на женщину, то есть, скорее всего, жена. То есть это было раскидано по нашему микрорайону, где предположительно, видимо, живет эта Екатерина. А может быть, конкретно по нашему подъезду, может, она у нас живет, но я ее, честно говоря, не видел ни разу. Ну вообще, как вы считаете, нормальный это способ? И чего хотел добиться человек, который это сделал? И что это было, месть или попытка сохранения семьи? И какие мысли у вас возникают? Делитесь в комментариях. Давайте обсудим.